Ну что, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лукум Гейм и добро пожаловать на прохождение New Super Mario Bros. Wii U. Я вот, стой, подожди, вернись, заставочка, я вот поздороваюсь пока. Нашел игрушку замечательную про Марио, представляете, которая на Wii U, и ее можно, в принципе, поиграть на компьютере. Кому будет интересно, если что, пишите, я могу ссылочку, ну, залить на Яндекс.Диск и, в принципе, поделиться игрой. Я не жадный. Тоже будете играть или проходить. Вот. Ну что, давайте, я не знаю, как поступить, в принципе. Я вчера запускал, один уровень прошел и проверил, сохраняет, не сохраняет. Да, он сохраняет игру. Все старые, новые сохранялки есть. Давайте номер один, в принципе. Так, давайте выберем управление. Управление у нас будет вот такое. Вот первое, я не знаю, вот выбрал. Первый вроде бы работает. Все еще управления толком-то я не умею еще, в принципе. Не знаю, я знаю тут пару клавиш, в принципе. Вот. По самому прохождению, в принципе, будем разбираться, что да как. Вот она, легендарная. Сашка, блин, как прикольно, приятно реально поиграть, типа, на компьютере. У тебя, у меня нет, допустим, вот Wii U. Я вот, у меня такая возможность замечательная поиграть в Wii U. Поделиться с вами замечательной игрой. Пишите, ребят, понравится или не понравится, стоит ли дальше продолжать. Ох, он хулиган, смотрите, принцессу носу. Так он принцессу похищает или кого? А он вообще из нас из замка выкинул. Нифига себе. Я думаю, по одному уровню записывать, в принципе. Первый уровень пройду, запишу, обработаю, ставлю. Понравится, не понравится. Второй уровень запишу. Запишу, в принципе, залью на канал. Понравится, не понравится. Если не будет заходить, то, в принципе, и остановимся на пару роликов. Посмотрим, что из этого выйдет. Нифига себе, далеко он нас как закинул. Что, нам теперь придется возвращаться в наши краи, далекие края. Этот дракончик, да, помните, который из Марио был на Денди? Блин, тут так красочно, все красота, просто благодать. Это какие-то маленькие какие-то пираты. Блин, почему они в Стиме не выпустят вот замечательную такую игру? Могли бы выпустить? Могли. И бы денежки срубили бы. Вот, смотрите, все уровни, которые нам нужно пройти. Ребята, если знаете, что какие-нибудь советы, обязательно пишите. Все, дальше мы не можем, да, посмотреть карту. Если знаете какие-то советы, то обязательно пишите по игре. Потому что я говорю, что полный нуб. Вообще, полностью почти не разобрался. Так, это прыжок. Так, чем... Вот это подлинче, да, прыжок? Ну, давайте. Тихо. Попали. 200. Монетки. Так, а это что за белка? Подожди, белка! Ты опасная белка или ты друг белка? О, монетки. Так, вроде бы 100 монеток, и мы там хпшку, да, себе вроде бы пополняем. Поэтому все монетки. Кстати, опасно вот это. Так, а как вниз прыгать? Нет, нельзя. Попали. Так, а он тут может падать? Нет, он так прикольно приземляется такой. Отлично. Что за белка? Что он дает? О, дядь, здорово. Что? Я теперь тоже белка. Так, а я хотел взять монетку. Как мне взять? Так, подожди, я монетку хотел большую дать. Что она дает? Большая монетка. Больше монет у нас сколько? 23. А, большая монетка. 3 штуки, смотрите, должны нужно... Нет! Что ты, серьезно? Нет, нет, дядь. Ты что? Нет! Господи, ты мой. Ух ты, он еще паркурить может. Офигеть, видели? Нет! Ты что, дядька? Блин, теперь я туда не поднимусь, да? Так, тут секретов нету никаких. Да, кстати, он маленький и не может... Чё? Только что два раза... Господи, сколько их там? Нет! Так, а ну-ка, давайте, паршивцы. Так, давай, скажи, грибочек. Да, грибочек! Стой!
Что ты делаешь? Остановись, остановись! Господи, ты мой, тут еще ледник какой-то. Так, белка. Господи, ты мой. Так, что, а что это внизу? Это что такое? Это что за проходик? Что? Нифига себе, мы нашли потайной проход. What the fuck? Ребята, если что, уровень я не проходил, а так, вначале чуть-чуть прошел, поэтому все тут... Так, подожди. А как сюда вниз попасть? Ух ты, нифига себе, что мы вот так можем делать? Офигеть. Блин, а как ты это? Что такое, значит, Марио, сохранялка это типа? А как туда проникнуть, ребят? А, что? Тут две клавиши, короче, я нажал. Нифига себе, да чего, блин, сколько монет. Кстати, времени у нас, блин, не так много остается для исследования этого прекрасного безумного мира. Так, а как я нажал? А, вот так, да? Нифига себе. Белка, белка! Все, я теперь белка! Что это за желтая труба, значит? Нет? Ты кто такой? Белка, я же твой собрат. Белка, иди следуй. Я не знаю, огненное кольцо можно ли в него заходить? Нельзя. Поэтому не будем рисковать. Будем в ваших советах слушаться. Так. Опыш. Что тут у нас? Не, 100 минут! Нет, ты что? Она двигается! Вы видели? Вот! Пурш, пурш отсюда! Ох, вот, вот! Так, тихо! Давай! Эх, ты 8000, я правда не знаю, что нам 8000. Кстати, у нас одна жизнь прибавилась, а сколько было? 5? Уровень пройден. Осталось 6. Замечательно. Ну что, ребят, первый уровень с вами прошли. Давайте на этом, в принципе, остановим. Посмотрим на вашу реакцию, как понравилась вам игра, не понравилась. По идее, нам еще куча-куча впереди, что следует пройти. Что это начальная локация вообще? Вот, поэтому пишите, понравилось, не понравилось, стоит дальше продолжать, не стоит. И уже увидимся с вами завтра на втором уровне. В принципе, давайте. С вами был Лайков, всем пока. Не болейте, не чихайте.